İkinci döyüşdür. Birinci döyüşdə Prochazka ikinci raundda oldu. Əslində birinci raundda aparmışdı o döyüşdə. Бойцы абсолютно, конечно, безбашенные. Старается подобраться к сопернику поближе. Давай, давай. Но на чеку Перейра. Еще один лоу-кик. У бразильца тяжеленные удары. В интервью отмечал Прохаска, что собирается в этом поединке делать то же самое, что и в первом бою, но только лучше. И действительно, в бою в Madison Square Garden были отличные эпизоды у Прохаски. Можно сказать, что он был близок к досрочной победе. Зацепил Перейра. Осторожно. Левый боковой Алекса Перейра зашел точно в голову Ирже, но тот выстоял. Еще один упреждающий удар. Очень жестко работает. Алекс. Алекс Тутур. Четкий вордовый. Ой-ой-ой, красавчик. Ох-ох-ох, осторожно. А вот пропустил ли, там было движение у Прохаски назад. Потому что такой боковой удар мог бы и потрясти чешского спортсмена. Давление оказывает Перейра. Последняя минута. И вновь дистанция начинает поддавливать Перейра. И отправляются бойцы на перерыв. Падение и перерыв. Нет, нет, все в порядке. Все в порядке, сыр же перерыв. Поехали. Давай, давай. У Иржи мало что получалось. Первый же удар, хай-кик и добивание от Перейры. Отсюда он уже вряд ли отпустит. Все! Ой, бля. Первых же секундах второго раунда Алекс просто уничтожает Иржи в реванше и остается чемпионом. Да, теперь, наверное, разговоров о трилогии не будет. 2-0. Алекс Перейра, Иржи Прохаска. Вторая защита Алекса Перейры и вновь победа нокаутом. Ждем теперь бой Перейры и Магомеда Анкала.